Доброе утро. Доброе-доброе утро. Гуляем. Куда, Абширон? Надо тебя вычесывать. Давай, посиди тут, может, с тебя. Послетает. Черешня. Еще ничего не распустилось. Только нитины глазки. Прям во всем. Маргаритки. Так, сидите, ладно. У меня тут печенье. Готовится. Творожное. Уже можно снимать, можно выключать. Знаете, как сделаем? Я их выключу. Ой, пусть немножечко постоят. Минут 5. Не сгорели, дойдут, если не доделались. Удобно, мальчики? Да. Вот такие вот получились малышки. Я сегодня немножко по-другому сделала. Творожное печенье. Рецепт все тот же, просто я их сделала круглыми. Ну как круглыми? Круглообразными. Просто сначала скатала кружочки, а потом их стаканом, так дном стакана раздавила. И сверху присыпала. Правда, сахаром. Все, пусть лежат, остывают. Потом чайку сделаю. Так, это мыться пойдет. О, Дусь, что за поза? Поза белки с поднятым хвостом, да? У Дуси поза белки. Она, знаете, что теперь придумала? Плинтус отдирает мне. Мало того, что они все дружно отдирают плинтуса у кухни. Он, видите, там лежит кусочек шкурки от апельсина. Вообще не реагирует. Ни на уксус, ни на апельсин, ни на что. Вот они его постоянно вот так вот отдирают. Особо одаренные могут отодрать полностью и вообще залезть туда. Ну, это Дульсинея у нас такая особо одаренная. Вот здесь тоже периодически отдирают эти плинтуса. А Дуся вышла на новый уровень. Она вот этот плинтус начала мне отдирать. Поскольку здесь стена неровная, потом, видите, есть зазоры, и я ничем не заливала, то есть никаким герметиком, ничем. И Дульсины... Так, давай сейчас еще это. Ты переими эту идею. И Дульсинея начинает просто вот так вот лапами отдирать плинтус. Ну, учитывая, что он как бы легко отдирается, потому что там, в принципе, ничего сложного нет, а у Дульсинеи дохрена, дохренища, я бы даже сказала, силы. А еще у нас любимое дело, это тоже у меня тут стоит не просто так, а потому что Дульсинея открывает дверь и залазит туда, в шкаф. Причем с одной стороны, с этой стороны нет. Не знаю почему, у нее та лапа сильнее, поэтому приходится вот так вот прятать с нее, хотя она все равно умудряется все это отодвинуть, но падают вот эти вот штуки, вот так вот, и она пугается, убегает, получает пиздюлей. Но все равно, это неугомоннейшая женщина, неугомоннейшая, хулиганистая женщина. Да-да-да. Так, сейчас духовка остынет, закроем ее. А погода, ну, так себе. Видите, там 10-12, может, до 15 поднимется, но ветер такой прям тоже опять холодный. Северный ветер. Так, ладно, такие вот дела. Привет-привет еще раз. Чаек.
чайку. Невероятные. С обратной стороны они вот такие вот. А с этой сахарочком. Так, котики, а чего вы все опять пришли сюда? Девочки, чайку попьем. Дуся, нельзя. Ну, блин, пошли отсюда. А это опять, блин, видео надо называть «Разгон котиков». Черешня цветет вовсю. Вкусные. Причем они в меру сладкие. У нас, кстати, до сих пор работает отопление. Я сплю с открытыми окнами, а просыпаюсь, у меня нос заложен, не могу дышать. Потому что от батареи воздух сухой. Он такой. Такой еще сухой. Мне рекомендовали увлажнитель купить. Честно говоря, я пока ничего нет с этим не делала. Но я надеюсь, отопление выключат однажды. Все успокоились мгновенно. Короче, любую сегодня черешню, ничего не делаю. У меня там есть чем можно позаниматься? Наверное, попозже. Немножко подработкой займусь. Ну, пока первый рабочий день, все раскачивается. Черешня прям вся расцвела. Так красиво. Ну, сейчас быстро все цветет. Зацветет, отцветет. Лишь бы тепло было, потому что очень холодно. Холодная осень. Очень холодная осень. Сережки одела. Никуда не ходила, я дома сижу. Одела, думаю, да, для видео сережки одену, а то голова грязная. А так хоть. Вроде как аксессуар это лечет. Ну, короче, такие дела, девочка. А, рассадила вчера помидоры. Я их, наверное, в клумбу пересажу потом. Не знаю. Что-то ничего не хочется делать. Ничего не хочется делать. Шины, блин, до сих пор не поменены. Да я опять, блин, вчера проезжала, опять там две машины стоят. Не буду я стоять ждать. Ладно. Как потеплеет, видимо, как шандарахнет жара в 30 градусов. Я поеду, наконец, менять шины. Не знаю, блин, хочу жить в стране, где не надо менять шины, потому что это и время, и деньги. Знаете, всесезонные купил и езди, а у нас не получится так, потому что всесезонные, они без шипов.
Тут так расчищают иногда, что хрен будет возможность вообще выехать. Если без шин, без шипов шин будет. Ну, как-то так. Ладно, девочки, все, пойду делами заниматься. Вам хорошего дня. Отличного настроения. Хочется какие-то планы строить, ничего не получается. Знаете, запланируешь одно, а потом раз, и все меняется. Да. В Афганистане, между прочим, талибаны запретили женщинам на улицу выходить. Без вот этого бирки, как она называется. К чему это, я спросите вы? А вот у них же в 60-е годы женщины в мини-юбках ходили. Как деградировала страна.